В наше время здоровье – это то, о чем должен заботиться человек любого возраста. В досуговом центре «Юность» спортивные мастер-классы проходят каждую неделю. Сегодня у нас спортивный мастер-класс, посвященный Дню здоровья, который завтра большой праздник, Всемирный день здоровья. Сегодня мы устраиваем мастер-класс. Мастер-класс для лиц золотого возраста. Они у нас очень спортивные, очень активные, очень любят заниматься. Гимнастика – это наше все называется. Вот. И сегодня большое такое мероприятие. Надеюсь, что будет большая численность. Человек 15 мы ждем. Благодаря программе «Активное долголетие» пенсия – не повод сидеть дома. Люди золотого возраста выбирают для себя самые разнообразные занятия. Мы уже четвертый год. И в прошлом году осенью организовалась группа гимнастики лечебной. И это такой подарок для нас. Мы все здесь поднимаем себе настроение. Каждый может пошутить, посмеяться. Преподаватель у нас тренер очень хороший. Елена Синельникова, опытный тренер по йоге и лечебной физкультуре, с удовольствием делится со своими подопечными правилами здорового образа жизни. Необходимо пить чистую воду. Необходимо периодически придерживаться диеты. Это очень важно, особенно весной и осенью. Нужно обязательно найти для себя время для занятия физкультурой. Мы находим время для того, чтобы помыться, поесть. Мы должны обязательно найти время для того, чтобы заниматься своим телом. Придерживаясь такого образа жизни, даже в преклонном возрасте можно быть молодым и активным. Юлия Антонова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.